Мужики, всем привет! Давно не было на канале видосов, да и особо снимать, в принципе, нечего. В общем, сделал себе вот такой стол-органайзер для инструмента из обрезков, сварил довольно-таки и неплохо получилось. Сейчас вот тот угол разберу. Он, кстати, малыш трудится и день, целый день. И каждый день. Поэтому не хочу ставить на него свет, потому что он еще и ночью будет работать. Вот, как-то так. Размеры. Размер. Ширина получилась 45, длина 90. Вышина от пола до верха, вот сюда, тоже 90. От низа отступил 15 сантиметров, а среднюю полку варил строго посередине. Использовал вот такую решетку. Ячейка 2,5 на 2,5 на всех трех ярусах. Ну, так захотелось. Кто-то скажет, ну, неудобно, все это ерунда. Мужики, все уже я предусмотрел заранее. Еще стола не было, как я купил вот такие поддоны для бумажки, конечно же, я уже повыкидывал, для обуви, размер 70 на 37. Вот, и они прекрасно сюда становятся. Сейчас я все покажу. Это для гаек, болтов и всего остального. Почему сделал именно сетка? Ну, во-первых, очень удобно в плане того, что инструмент можно не только ложить, но и ставить в эти ячейки. Те же самые струбцины вешать, да, там, без разницы, там, что это будет, пассатижи, не знаю, там, молотки какие-то, чтобы не занимать много места. Вот. Именно здесь, лежа, их можно просто, грубо говоря, втыкать. Так, поддоны я эти брал в фикс-прайсе, они там по 100 рублей, 99 с лишним. Это для болтов, мелочевки. Сейчас я там все эти болты соберу. Вот эти все болты соберу. Вот гидроцилиндры, вот эти вот все причандалы пойдут на самый низ. И этот стол я хочу вообще в этот угол освободить и убрать. Вот это все дело соберется и сложится сюда. Они такие очень крепкие. Я их не рекламирую, я просто показываю, как я решил эту проблему. Здесь они замечательные. Труба 2 на 2. Здесь эти бортики замечательно становятся. Плюс можно перекидывать сверху вниз, снизу вверх. Я их взял 3 штуки. Вот второй, он еще третий. Ну, мне будет достаточно даже одного, я так думаю. Снимаю все с первого дубля, мужики, поэтому не обращайте внимания. Могу оговариваться, там, не знаю, повторяться и так далее, и тому подобное. Короче, уйма применения вот этим ячейкам. Те же самые напильники, все что угодно. Все, что можно положить, ляжет. Все, что можно повесить, запросто можно, как говорится, повесить. И не только положить. Заодно это все будет под рукой, потому что, ну, сами видели, да, по прошлым видосам, либо на полу, либо на тракторе, либо это все дело, а это вот как-то так. Второй этаж, будем так его называть, это удобно, когда сидишь на табуретке, либо на маленькой стулочке, сидя, да, что-то крутишь, все под рукой, абсолютно все. Вот, как-то так. Варил здесь перемычки еще дополнительные, там и там. Для чего? Ну, можно этот же поддон такой, да, использовать. Сюда ложим что-нибудь типа, я не знаю, фанеры или что-нибудь еще. Без разницы, просто
Вот так закладываю, ставлю поддон. Сверху можно что-то разбирать. Такое, типа коробки, где будет протекать масло. И на поддон. Здесь будет все сухо. Верти, крути, вся мазут будет там. Вот такая получилась штука, мужики. Не знаю, как я буду его еще использовать, где тут, что будет располагаться, находиться. Это уже в процессе. Заодно разгрузится вот тут верстак. Вот эти вот, допустим, все струбцины. Отсюда, да, могут переехать вот сюда. Ну, это так, к слову. Ну и так далее, нам подобное. Что еще показать? Ничего, по большому счету ничего не изобретал. Вот, только для удобства сделал вот эту штуку. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Здесь ручки по краям. Прекрасно становится. Вот туда до баллона. Двери не мешает. Столик. Также можно его сюда. Короче, куда угодно. Вот этот угол хочу освободить. Может, даже он и там будет стоять. Вот такие вот дела, мужики. В общем, занимаемся по плану. Огородные дела, домашние дела никто не отменял. Вот. Такое время года, что особо ничего не потворишь и не поизобретаешь. Как-то так. Как-то так. Ну, они очень жесткие такие. И довольно-таки вот это вот болты, гайки специально поставил на поддон, чтобы можно было их придвинуть и что-то поближе найти, да? И, кстати, сейчас я вот это все дело подниму, и он даже не согнется. Сейчас на штатив поставлю камеру. На паузу поставлю, продолжу. Так, вроде пошла запись. Вещь, конечно, прикольная. Даже вот этот весь вес запросто можно на этом поддоне перенести. Мне понравилось. Очень такие жесткие, мужики. Вот, как-то так. Ну, это так, в качестве эксперимента. Как буду использовать его, я еще не знаю. Где будет лучше, где будет хуже. Как размещать. Как, что к чему и почему. В общем, разберусь. Ну, мне нравится. Мне, мужики, очень нравится. А если вам понравилась идея, тоже не забываем оценивать. На этом, в принципе, можно видос и закончить. Осталось только его облагородить, окультурить. Я, в смысле, покрасить. Куплю красочки. Обязательно покрашу. Так что, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.